вспоминать нужно не мрачные события, а то хорошее, что осталось от этих мрачных событий. Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! С вами снова я, Кирилл, и я продолжаю проходить Resident Evil 7. Второй сезон, уже юбилейная 10-я серия. Да, как и в случае Детройт, уже дошли мы до 10-й серии аж второго сезона. Продолжаем проходить Resident Evil 7. Лукас тут ставит нам всякие ловушки, похренушки. Мы должны, собственно, его поймать, найти. Но в данный момент мы должны сделать сыворотку для Мии с Зоей и, собственно говоря, их спасти. Давайте продолжим. Что мы можем выложить? Давайте, собственно, все оставим. Мы недавно нашли, получается, усиленный интерфейс. То есть мы прибавили клеточки. Теперь можем носить больше вещей. Давайте все, наверное, оставим. У нас, в принципе, аптечек вполне достаточно. Вот, боеприпасов, в принципе, 50 на 50. Но лучше вначале стараться использовать огнемет, потому что он так, не особо. Ну, в смысле, не особо сильный для тех врагов, которые будут попадаться. И скоро, если я не ошибаюсь, должен быть босс. Так, кассета. У нас тут нет никаких записей. Собственно, давайте посмотрим еще раз, была ли кассета или не была. Так, вот еще сильная аптечка, надо взять сильную аптечку. Одна сильная аптечка осталась, я туплю, что-то не вижу. А вот еще топливо есть. Топливо еще есть. Вот еще есть. А это что? Это что я взял? Стоп, что я взял? Это не то. Так, это мы ничего брать не будем. Короче, давайте посмотрим. Да, давайте, короче. Пойдем дальше, не будем разглагольствовать. Так, поставил, 30 FPS и на программе, и в игре, потому что 60 картинка дергается. Я не знаю, может она и в 30 будет дергаться, хрен его знает. Посмотрим, увидим. Будущее покажет. Так, сохранение у нас что-то сейчас, скорее всего, будет. Ну, ребята, знаете, что если вы, к примеру, запутались, куда что идти, то ориентируйтесь на врага. Если идут враги, на вас бегут, то значит, что вы все делаете правильно. Если врагов нету, значит, вы где-то накосячили, и, собственно, надо вам... Ой, я боюсь. Вот, народ, думайте, рисковать ли, сбивать ли ножом. Или из дробовика, но потратить при этом патроны, если может взорваться эта хрень. Вот я не знаю, честно, взорвется, не взорвется. Давайте рискнем, что делать. Рискнули. И не зря, нам повезло. Смешать. Повезло, народ, мы рискнули, но не зря. Все, идем дальше. Вот, сейчас солнечный свет, у меня монитор напротив окна. Я хрен еще пока что вижу. А тут вот это уже опасно. Лучше сбить. Не надо было сбивать. Не надо было. Ну ладно, ничего теперь делать. Зато получили еще одну очень мощную усиленную аптечку. Это хорошо. Как вы знаете, собственно, кто смотрел прошлую серию, сейчас очень опасные коробки. Они могут взрываться. И поэтому лучше не рисковать и, собственно, сбивать их оружием. Не ножом, а именно огнестрелом. Потому что могут взрываться и будет пизда. Извиняюсь за мат, но это так. Тут у нас зона. Ребят, как я говорил, не буду спойлерить опять. Кое-что сейчас, наверное, скорее всего, будет. Все, патроны от пистолета мы получили. Теперь можем смело сбивать коробки пистолетом, потому что дабы не рисковать и не париться. Так, вот еще коробка. Она тоже нормальная. Получили топливо для огнемета. Так, что у нас тут? Есть у нас тут такое хорошее. Батарея. Что у нас за батарея? Большая аккумуляторная батарея для использования. Вставьте ее в батарейный шкаф. Это там, внизу, короче. Вот это внизу. Нет, странно, народ, нету коробок вообще, которые взрываются. Я прям даже в это не верю, хотя... А вот она, блядь, нету, конечно, нету, блядь, конечно. Игра такая...
Первая коробка, все отлично. Вторая, все отлично. Третья, все отлично. И четвертая взрывается. Ну, разумеется, конечно. Так, трава. Ну, нам ее не с чем пока смешать. Просто ее прибережем. Так, ну давайте использовать батарею, наверное. Что еще делать-то? И, собственно, дальше идти. Но самое главное сейчас наша задача — это как-то сделать сыворотку для Мии Зои. Блять! Что происходит? Где? Где я? Какого черта? Проснись и бой, Соня. Пора ужинать. Идем, Мия нас ждет. Блять, не успел начать стрим, уже сабы выебываются. Что за хуйня? Ой, еще и Twitch Prime, Бенга Бехар. Шо? Лукас. Хуесос так и пишет. Пидорас и шлюха возвращают мне деньги. Ехо себе, как это понимать? Отсоси у ты ж программиста. Правильно, Витя, правильно говоришь. Правильно молвишь. Пошел вот босс, да, народ, это, но это не совсем... И тут я просто охуел, то есть он реально думал, что он мне даст эти деньги? Он короче, гуляется, это самое, всем хуйней, надо просто от него убегать, просто убегать. Я его вынул из черного списка, и я... Блееееть! Не забываем юзать аптечек, в принципе, у нас достаточно всего. Так, давайте, я не знаю, давайте сейчас побежим наверх, попробуем. Мой хода! В чем смысл тогда получается? Я ввел против него санкцию. А мы не можем его тратить, мы должны как-то его распределить. А санкции-то зачем вводят? Против того, что... Не можем мы тратить огнемет, к сожалению. Ну ладно, ладно. Надо было заранее все делать. Надо было все делать заранее. Сейчас перезарядим. Чтобы... поставить очень выебистого чувака на место. Я это и сделал. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Сережа, а он ебанутый, подумал, что... Да вы серьезно, что так легко? Что я эти деньги ему верну, что ли? Но он бомбанул снова, и теперь он меня в черный... Это же нормал, кто? Ну да, это нормал получается. Да, огнемет не пригодился. Давайте его распределим. И что делать? Так, раз. И сюда вот так два. Да, вот так сделаем. Огнемет нам сейчас нужен больше. Перемещайся. Так, это два. Это три. Ну, как-то так. Ну что же, я, честно, не ожидал, что будет такой легкий полубосик. Вот, я, честно, даже не ожидал. Но это нормал, это не хард, надо было играть на харде. Вы еще не знаете, народ, как на харде на Ре-8, на Ре-Виллидж, вы еще не знаете. Так, сразу говорю, смотрим. Все равно вокруг, мало ли где эти ловушки, Лукаса, а то я знаю, блин, он любит дарить сюрпризы, так скажем. Поэтому, ну его нахуй, давайте лучше будем искать. О, эпоксид нам нужен. Никогда, кстати, еще аптечки. Да, я что-то, народ, я как-то это самое, что-то не помню, чтобы так просто было его побеждать, этого полубосика. Что-то я не помню, правда не помню. Опять ба, а, это скелет какой-то. Это тот самый скелет, которого мы, походу, видели в этой, в той записи Лукаса и этого, и Кленси. 1408, ты на очереди. Кто на очереди? Я? Ты что, издеваешься? Какой нахуй очередь? Так, что это? Что это? Лестница, типа. Лестница, сейчас снизу, надеюсь, Мия не пойдет. А, мы вышли, вот, мы вышли, получается, народ. Вот, все, мы вышли, собственно. А,
Чё, куда дальше? Туда, что ли? А, ну здесь мы уже были, мы здесь пробегали, получается. Ну да, получается, мы здесь пробегали. Так давайте выложим всё. Давайте пока гранатомет, наверное, выложим. Чё нам сейчас нужен? Все, да, и горелку. В смысле, патроны от горелки. Давайте выложим вот эти вот, получается, вот эти вот три аптечки. Нам сейчас так уже хватает. У нас тут три, тут две. У нас так вот дохуя. Так, так, так. Да и куда ты? Пистолет верни. Так, и это сюда. Это сюда. Это сюда. А, не то мы выложили. Не то, не то, не то. Я прошу прощения. Так, мы, получается, выложим снаряд один, а вот патроны от горелки мы вернем. Да. А вот дальше я идти, куда народ не знает. Сюда идти, нужно, надо вводить пароль, а я не помню, какой пароль. Вы помните, какой пароль? Я лично не помню. Серьезно, я не помню, какой здесь пароль. Сейчас, народ. Блять, народ, я вставил, короче, озвучку, это, где Лукас говорил код. Я теперь не помню, какой там код, блять. Все теперь, где его искать, я не знаю. Четыре спробовать. Так. Один. Восемь. Два. Четыре. Так, 0621. Ноль. 6, 2, 1. Неправильно. 0, 5, 1, 4. 0, 5, 1, 4. Тоже неправильно. Но остается последний код. 0, 8, 1, 4. 0, 8, 1, 4. Неправильно, как так? Так, 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 так. Выбросить, 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 выбросить. Блин, быстрее бы все это выбрасывалось. Вот. Теперь, скорее всего, мы можем что-то доводить. Я аж забыл опять коды. Так, народ, вводим вот этот код. Он не был указан в инете. Я не знаю, каким хуем. Он даже в инете не был указан. Я не знаю. Я не знаю, как это вообще понимать в принципе. Я не знаю. Честно вам признаюсь. Почему? Почему вообще нигде не было указано про этот код? Вообще нигде. И Лукас, по-моему, не говорил на один... Там, что я там ввел-то? Ладно, все, не будем разглагольствовать. Я перемотаю все эти ненужные моменты, где я там тупил. Промотаю, промотаю. Блять, да не шурши, сука! Я чипсы. Блять, на пойду. Прошлой презентации ты шуршал в клавиатуре, теперь чипсы. Слышь, открой дверь, блять, Новый год, сука, открывай. Открывай, блять. И что делать? Где фонарик-то? Где фонарик-то, блять, взять? А, вот свеча. Зажжем этот самый. Ну, тут мы все уже делали, мы все уже помним, как да что, в принципе, да, народ, собственно. Давайте уже делать, собственно, все. И что делать-то надо? Что включать? А, вот. А мы не видим даже этой веревки, мы даже не можем ее разжечь. Так, а здесь у нас что? Мы должны сначала зажечь свет. Как мы это сделаем, я не знаю, потому что я проходил, но я опять подзабыл, что делать сам нужно вначале. Может, сюда нужно, скорее всего, бежать? Наверное, да. Точно сюда. Да, да, сюда. Все, давайте делать, собственно, то, что мы уже и делали. Заклей. 1000 рублей. 1000 рублей, сука. 1000 рублей, пидорас. Вот это он охуел! Ну ты мразь! 1000 рублей! Этот Лукас просто охреневший мудил, я сразу скажу. Сейчас потихоньку будем вспоминать, что мы здесь вообще делали.
вытаскивай уже. Че ты стоишь? Грязная подводная труба. Ну, в прошлый раз я затупил, как что ее очистить. На самом деле, это было очень просто. Это было, правда, очень просто. Так, достаем трубу. И она очищается смело, да. Все было очень просто. Теперь зажигаем свечу. Так, зажигаем. Теперь мы идем, собственно... Вода не течет. А куда мы идем-то сейчас? Я уже подзабыл. Подзабыл. Так, наверное, сюда мы идем. Нет, не сюда. А, это самое. Прожигаем нить, которая закреплена в дверь. Там еще шарики находятся какие-то. Да. Именно вот эти вот шарики. Лопаем их все. У нас днюха, блядь. Мы все лопаем. Воздушный шарик, ну разумеется, блядь. Ну хорош. А мы не будем ничего лопать. Тут, в принципе, кроме шарика желтого, нам из важного ничего не нужно. Лузер. Ну, можем сразу ввести лузер. И все. И уже откроем эту дверь. Нахуй что-то, блядь, делать. Лузер. Мы же знаем уже код. Че бояться-то? Мы уже знаем код. А что нам, блядь, бояться? Серьезно, народ. Вот уже вентиль. Мы все ускорим. Мы ускорим процесс. Процесс занятий с этой хуйней. И сразу все, собственно, сделаем. Мы уже знаем код. На это нам и намекает разработчик, что, мол, ты уже кассету включал, ты уже знаешь, поэтому, собственно, ты же и, собственно, ну и должен все это включить. Ведь смотрите, народ, смотрите, в чем смысл. Можно же было ту кассету-то и не включать, которую мы находили с Кленси и Лукасом на день рождения. Мы могли ее и не найти, и не включить. И, собственно, об этом моменте мы могли бы и не узнать. Вот на что идет расчет. Да, именно на это идет расчет. Но мы знаем об этом моменте и знаем уже код лузер. И поэтому нам не нужно заново всю эту головоломку проходить. Да, именно так. Говнишка. Забанен нахуй полностью. Сам ты, блядь, пидорас. Иди. Иди нахуй. Блядь! Блядь! Ничего себе. И съебался. И съебался сразу. Молодец, цикло, блядь. Скотина. Так, рука. Тело, не рука, а тело какое-то. Ну, то самое тело, которое держал Лукас в телике. Обоссывать. Поскольку у них у единственных, блядь, конфигуратор нормальный. Сука, я не могу зайти на ебучий сервер, блядь! Я просто не могу зайти на ебучий... Блядь, Таня, стучи, сука! Во клавиатуре! Ау! Пожалуйста, как же ты, сука, бесишь меня! Перестань это делать! Я на протяжении 2 лет слышу этот звук, мне хуёво уже! Мамка вам выделила 30-35 тысяч рублей на покупку нового ПК. Какой ж, сука, там свинарник. Я тебе, блядь, не то что к себе домой, я... Советчики про ноутбуки идут в хуй. Ах ты скотина, блядь, ах ты скотина, блин. Все шевсов... Ой, Лукас, охуел совсем. Реально охуел. Что ему сказать? Эту хуйню мы все выкладываем. Это, скорее всего, нужно брать. Давайте осмотрим. Нет, потом осмотрим. Давайте все вернем, то, что у нас было, собственно.
Так, значит, пистолет. Так, где пистолет? Это раз. Потом дробовик. Это два. Горелка. Где горелка, бля? Да что такое-то? Где горелка-то? Что? Я не понял, где горелка? Гранатомет. Вот горелка. Это три. Теперь патроны. Аптечки. Эти пока не будем. Ай, так, нож. Самое важное, да. Нож. Так, что еще мы должны? Давайте отмычку, может еще пригодится нам. А, так, что еще-то, что еще? Что еще? Так. Игрушечный топор, это все хуйня, это хуйня. Так. А, так у нас есть же этот самый, рука серии D, мы можем соединить, получается. Да, мы же можем, получается, соединить. А у нас еще какой-то компонент же есть. Давайте возьмем вот это. У нас наверняка еще какой-то есть компонент, скорее всего. Или нет у нас компонента, непонятно. Может, нет, точно нет. Так, 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 так. Нет, здесь нет. Нет, давайте попробуем соединить. А, нельзя соединить, кстати, почему-то. Нельзя соединить, смотрите, как почему-то нельзя соединить. D005. А почему нельзя соединить-то, не пойму. Нет, нельзя. Ну ладно, ладно, что теперь делать-то? Что теперь делать? Так, еще раз сохраняемся. Еще раз сохраняемся. И идем дальше, народ. Я потупил, простоял. Так, доходим до еще одного сейва, и думаю, можно уже за это заканчивать. Что это такое? Что это такое? О, патрончики. Это как не может не радовать. Тут у нас рукоятка нужна. Мы ее как назло оставили в сейв-руме. Ну ладно, в принципе, он недалеко. Мы уже почти прибыли. Где у нас сейв-рум? Так, рукоять, рукоять, блять, рукоять, вот рукоять. Да, рукоятка, она, по-моему, была, это самое, в Ре 1 даже, если я не ошибаюсь, если не в Ре, то есть не рукоятка там была, тоже похожа какая-то хуйня на рукоятку. Раз, два, три. Так, 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 так. Я иду, Мия. Идешь ты, идешь, не бойся. Так, давайте готовиться к тому, что сейчас будут подходить к нам враги. Ну, мы уже, сразу говорю, почти дошли. Почти дошли до Мии и Зои. Остаются мельчайшие, так сказать, детальки. И уже все будет наготове. Так, у нас два. Два путю. В общем, тут один, точно. Тут получается какая-то комната. Наискось стоящая. Ну тут уже не будет коробок со взрывами, я думаю. В принципе, да, я думаю, не будет коробок со взрывами. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Нет, повезло. Повезло, ничего нет, ничего нету. Так, дробовик. Так, давайте. Еще пистолетный патрон. Замечательно, что я не против. Я даже и не против. Так, просто идем дальше. Получается, мы просто обошли это место с другой стороны. И, собственно, правильно. Еще у нас. Нужно... Хорошо, что я ее не возвращал на место, назад. Потому что она нам сейчас нужна, как ни кстати. Так, и что дальше? И сейчас у нас будет проблемка одна, народ. Мне кажется, знаете, какая это проблема. Да, это вот эти вот не лизуны, как они называются. Ну, короче, подобие лизунов, типа подобие лизунов. Это на самом деле хуёво. Вот опять прошел скриптик, как вы видите, опять враги появляются. Опять дрочево появляются. Два врага, блядь, два нахуй врага.
Не забываем про блок. Одного убили. Раз. Про блок не забывай. Сука. Нужно респаунить, это самое. Поюзаться, потому что уже хуёвое здоровье. Лучше не рисковать. Хотя, по идее, вообще их всех можно оббежать. Но кто знает, что нас ждет дальше. Поэтому лучше не рисковать. Лучше не рисковать и, собственно, вот так вот. Вот я про это вот, я и говорю, про то, что нас ждет дальше. Именно вот про эту вот хуйню я и говорю. Да, народ, именно про это. Именно про это, блядь. Заебали. Блядь. Сука. Ай. Ай, вдвое, блядь. Вы охуевшие, что ли, совсем? Иди отсюда, блядь. Дверка, стоит такая быстренькая. Вот же, вот она я. Заходи в меня, Кирилл Женский. И тут, блин, такая хуйня. Враги респаунятся на каждой, блядь, секунде. Здесь еще респаунятся. Я не, удивлюсь, если здесь респаунится враг еще какой-то. Нет. Не респаунился. Вы гляньте, вы посмотрите. Нет. Я даже не верю в это. Все просрал, опять все патроны. Ну, разумеется. Сейчас будут боссы, я опять все просрал. Ну, разумеется. Так, топливо для горелки. А это говорит о чем? О том, что еще нам, возможно, горелка понадобится. Так, патроны для дробовика. Трава. Зашибись. Так. А это что? Почему с этим? А с этим, если мы смешаем, то что будет? Не, мы не будем с этим смешивать. Мы просто это сейчас используем. А, мы не можем. Мы не... А, блядь, надо было с эпоксидом смешивать. Ну ладно, что теперь? Ух ты! Снаряды для гранатомета, вот это очень зашибись. Вот, видите, готовят нас к боссу, народ готовит. Готовит нас, собственно, к боссу. Так. Давайте используем. Используем все это, так скажем. Так, вон уже Зою вижу, но это уже в следующей серии, народ. В следующей серии уже пора заканчивать, уже долго записываю и так. Так, что у нас тут? Возможно, мы что-то не собрали. Пока ничего не подсвечивается. Что-то подсвечивается, но я это, походу, за пределами какими-то, я просто это не вижу. Ладно, все, давайте выкладывать. Я сомневаюсь, что нам понадобится уже рукоятка. Так, давайте, собственно, выложим все боеприпасы. У нас даже есть две сыворотки какие-то есть, народ, вы посмотрите, да. И две сыворотки у нас есть. Так, давайте вернем гранатомет. Так, так, так. Это мы все уже выкладываем. Точно, нам не надо. Не знаю, зачем нам это дали, в принципе. Или это надо, я что-то не помню. Честно, я не помню. Это мы давайте выложим. Ой, а что мы сейчас соберем-то? Что мы тут соберем? Пищевые добавки нет. Это, скорее всего, тоже нам не нужно. Так. Аптечка. Аптечки нам все, скорее всего, нужны. Да. Эти маленькие аптечки давайте соберем. Стероиды пока смысла нету. Пока тут у нас все есть. Так, вот. Раз. Вот два. Это вообще для другого оружия. Пока что все. Давайте попробуем что-нибудь соединить. Может, что-то получится. Ничего не получится. Ничего не получится. Нечего. Не с чем соединять. Ну, нахуй все эти. Просто выкладываем и все. Это вот берем. Если вдруг так произойдет, что у нас закончится огнемет, и нам нужно будет как-то использовать гранатомет, мы просто делаем вот так. Так, берем. Так, берем гранатомет, так мы выкладываем. Раз. Давай это уже. Вот. Ну и что это?
А, вот, все, вот так вот. Мы сюда нажимаем на плюсик, то есть не просто вот сюда мы нажимаем, а именно вот сюда. Тянем его вот так и просто убираем в любое свободное место. Вот так вот. И на вот это вот место уже ставим гранатомет. Вот так вот. И все, спокойно. Так что просто готовимся к этому. Просто готовимся. Так, все, все, народ, давайте сохраняться. Это уже. Че нам медлить? А патроны к пистолету. У нас же к пистолету патроны. А, это для дробовика. Так, ладно. Давайте переставим, что ли, не знаю. А нож? Где нож? А, вот. Вот так сделаем. Раз. Так сделаем. Два. Да. Как, собственно, так же, как и было. Так, берем. Перезаряжаем дробовик. И все, заканчиваем. Сохраняемся. Да, немножко подтянул время, но это я вырежу, все будет. Там с паролем Лукаса, этой двери, где день рождения Кленси проходил. Собственно, вот, юбилейная 10-я серия. Следующая серия будет очень важная. И да, скорее всего, следующая серия будет уже концом 2-го сезона, да, Resident Evil 7, да, именно так. Потому что будет уже финальный босс всего этого 2-го сезона, всех Бейкеров, да, именно вот так, народ. И вы, наверное, думаете, что это, скорее всего, Лукас, те, кто не знает. Ну, да, давайте будем думать, что это Лукас. Все, это была 10-я юбилейная серия Resident Evil 7, 2-й сезон. С вами был я, Кирилл. Надеюсь, вам все понравилось. Все, что плохое, я вырежу. Все, что хорошее, оставлю. Тут еще эпоксиды. Ой, блин, зачем я... Ладно. Все, народ, всем удачи. Всем пока. Увидимся уже в следующей важной серии Resident Evil 7. Удачи вам.